За храбрость и стойкость при выполнении воинского долга трех жителей Викуловского района посмертно наградили орденами мужества. Рядовой Максим Рыжук спас четверых солдат ценой своей жизни. Младший сержант Алексей Теслов погиб в тяжелейших боях под Авдеевкой, а пулеметчик Виктор Кузьмин в Ясиноватском районе. Минутой молчания почтили памяти других викуловчан, участников спецоперации, родственникам вручили специальные удостоверения. Хотела выразить слова благодарности в ваш адрес за ваших мужей, сыновей, детей. Они отдали самое ценное, что есть у человека, это жизнь, став на защиту своей Родины. Еще раз спасибо вам за воспитание ваших детей.